Я занималась балетом с 5 лет. Мой учитель всегда говорил мне, что сила и гибкость неразделимы. 12-й канал совместно с волонтерами Победы провел масштабный кастинг на главную роль в новом художественном фильме. В отборе приняли участие более 80 талантливых девушек со всей Омской области. И спокойно со мной разговаривай. Не надо мне читать, как ты читала со сцены там. Ведь в глазах твоих утонуть счастье. Кот Рыжий не встречался вам? Вальяжный, важный, весь домашний. Я играла и Снегурочку, я играла эксгибициониста. А если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?